Югорчане в составе сборной России по мини-футболу пробились на чемпионат мира. Накануне россияне сыграли заключительную игру отборочного этапа со сборной Хорватии. Напомню, что вызов в национальную команду получили четверо футболистов, выступающих за «Газпром-Югру». К решающему матчу обе дружины подошли с равным количеством очков. Лидеры группы начали матч с острых атак на ворота друг друга. Но успех был на стороне россиян. На два забитых мяча хорваты ответили лишь одним. Во втором тайме гости пошли ва-банк, сняв вратаря. Риск оправдал ожидания, на табло вновь загорелось равенство в счете. На большее футболистов не хватило – 2-2. Несмотря на равное количество очков, сборная России заняла первое место в группе благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. В конце января россияне продолжат борьбу за мировой трофей в элитном раунде.